Вот и настало оно, время газонокосильщиков. Коси, коса, пока роса. Доброе утро. С вами Наталья Николенкова, обычный читатель Стивена Кинга и газет. И программа «Нам пишут». В Алтайском крае отмечается прирост числа курящих, пишет «Комсомольская правда». Увеличение идет в основном за счет школьников. Сейчас к сигаретам пристрастилось 60% старшеклассников. В Алтайском крае курит 42% мужчин и 30-35% женщин. В России с запада на восток увеличивается количество курящих мужчин, а с востока на запад – женщин. Мы же находимся в центре страны, и значит, у нас соотношение приблизительно одинаковое, говорит Анатолий Старков, заведующий отделением профилактики инфекционных заболеваний – краевой клинической больницы. По мнению Анатолия Ивановича, чтобы снизить число курящих, достаточно установить дополнительные препоны, будь то ограничение пошаговой доступности или ценовой барьер в 250 рублей. Геологи нашли в горах Алтая 22 тонны золота, пишет Политсибру. Специалисты организации «Горно-Алтайская экспедиция» завершили работы по поиску золотой руды на Тополинском рудном поле, часть которого находится в Смоленском районе. Геологи вели работы на этих территориях с 2012 года. О празднике Сиреневого бульвара пишет «Вечерний Барнаул». По инициативе депутата Барнаульской городской думы Евгения Астаховского этот участок тротуара был благоустроен, приспособлен под семейный отдых. На этот раз прямо на бульваре прошел концерт с участием юных музыкантов духового отделения детской школы искусств номер 8, оркестра «Ритм-бэнд». Программа, которую представили в этот день воспитанники школы, получилась по-весеннему яркой и зажигательной. Прощаюсь до понедельника. Надеюсь, в выходные произойдет много хорошего и интересного. О чем нам напишут? Счастливенько целую.